Стой! Стой! Куда ты тебе говорят? Хлопцы, довези до вокзала, а? Очень надо. 3 рубля заплатил, а? Ну, не отказывай, трояк заплачу, ну. Да некогда мне, папаша. Отойди! Двое на месте, остальные за мной. Катенька, детка, у меня все в ажуре, вы можете спокойно работать, прошу. Останьтесь здесь. Ну что ты там? Ни черта не видно. Да ты сюда посвети. И чего вы здесь? Скоро там. Минутку, мадам. А, сюда бы Федьку быка. Он бы в 2 счета. Есть! Ух ты! Катенька, детка, я вынужден извиниться, но вам придется текать отсюда. Сюда зачем-то идет червень. Ай! Что же вы делаете, Катя? Мне же больно. Как он здесь оказался? Я сам удивляюсь. Поверьте, у меня все точно, как в аптеке. Перепродался, гадина. Ну зачем вы говорите такие слова? За кого вы меня принимаете? Вот, вот, пожалуйста. Сегодня вы работаете в кассу Треста. А червень, который Бендюжников на прессе, а в субботу все наоборот. Сегодня суббота. А! Саша! Саша, ну объясните вы ей, что сегодня пятница, я же не идиот! Саша, Саша, не надо. Саша, не надо, вы же меня хорошо знаете. Вы же были у меня в гостях, я вам накрыл такой стол, ай! Прошу всех покинуть помещение. Там, где работает червень, не работает никто. Выньте руки из карманов. Когда разговариваете с дамой? Вы? Кто там? Открывайте! Милиция! Когда я получу свою долю? В четверг, в 7. Где? На ставках. Хотите совет, Катя? Никогда не оставляйте живых свидетелей. Живой свидетель – дитя вашего легкомыслия. Я по-мокрому не работаю. До встречи на ставках. Буду ждать, как на любовном свидании. Вам понятно?